Всем привет, вы на канале Лазница, меня зовут Вика. Меня спрашивали, как я стригу челку манекену, поэтому показываю. Беру ножнички, делаю центральный пробор и по краевой линии роста волос совсем чуть-чуть отделяю прядку до височных впадин. То есть у манекена тут самые густые волосы, поэтому, как вы видите, я совсем чуть-чуть беру. Очень тонкую прядь. Теперь я завожу ее на противоположную сторону. Фиксирую между двумя пальцами кончики и начинаю скользящим срезом вот так вот срезать наискосок прядь. И вот получается вот такая челка. Иногда, если нужно, я и на височках тоже обрезаю просто пару прядок, чтобы они короткие были. Но в основном вот так вот делаю. Еще немножко прореживаю кончики. Также отделяю и с другой стороны прядку. Завожу ее тоже в противоположную сторону, по диагонали вот так вот. Зажимаю между двумя пальцами прядь, кончик пряди, и также скользящим вот таким вот срезом отрезаю ненужные волосы. Все, челочка готова, проверяю, и в принципе все, можно делать все, что хотите. Я обычно вот так вот утюжком или плойкой выставляю прядь на лицо. Все, надеюсь, что видео было полезным. Я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех люблю и до новых видео. Пока-пока!